Ай, какая дырка, это порожая наша пузырь. Ой, какая. Видишь, как? Тихо. Да, линяет. А. 300 килограмм красоты, да? Это да, хороший. Чувствуешь, он горячий? Вот это, вот здесь. Не, он нагреется. Горячий, вот этот, это сильно горячий. Да. Песок. Мы переносим эту штуку, закапываем под низ туда. Сверху монтируем лампу. Снизу там лампу. Вот. Ну, от высоты давай сделаем метр. Директор для черепах. Добавим. Ну, метр. Планируют. Метр 20. Такой, как домик, навес. Да, вот. Тут у них вот эта теплая площадка, высота чистая, нет, где они греются. Максимум до потолка, до нижнего потолка. Здесь ты ее делаешь домиком, скорее всего, наверное. Надо домиком сделать. Может красный, может зеленый, как хочешь, да. Сделай красивую все. Вот такая вот. Смысл в чем? Мы туда ложим тепло, туда подводим лампочку. Им и сверху, и снизу будет тепло. И все, черепахи, все-таки они южная, это Африка. Им это самое. И тогда они будут здесь хорошо себя чувствовать. Вот это первый, так, такой же навес, их нужно 4 сделать навеса. Такой же навес нужно сделать для капибар, вот, и для свинок, то есть практически во всех поверхностях. У черепах скоро появится домик-навес с теплым полом, с песочком там теплым. И они, может быть, будут делать кладку свою. Красавцы! Эсмеральда и Квазимода. Все по классике. Алексеевич с утра до вечера все время что-то улучшает. Очень красивый черепах. Сколько, друзья, сегодня людей. День Победы. Люди приезжают в Тайган традиционно. Очень надо привлечь внимание медведя. Так, и куда? Ну, правильно сделали. Кинули в трубу, что несказанно радует. Красивый уже. Марго уже такая. Наполовину шерсть скинула. Марго, скажи, директор, вам помочь или не мешать? Марго. Только директор может эти ободрать эту шерсть. Ну, моя маленькая. Несмотря на праздник, работа никуда не девается. Молодежь фотографируется с Чириком Львом. Спасибо. До свидания. Да. Вау, жизнь удалась. Есть фото. Да. Доктор Василий
и клиника «Золотоктор» сегодня тоже празднуют нашу победу в парке Львов-Таиланд. Ленты. Друзья, сегодня у нас стрижка происходит. Вон сколько меха там с них. Такие симпатяшки. Олег Алексеевич, сегодня у нас стригут животных в Тайгане. Да, у меня было письмо от женщины, которая просила отправить шерсть. Я говорю, мы ее не храним, а вот сегодня скажу, чтобы оставили. Нужно отправить, они шьют носки, женщины возраста видно, шьют носки для СВО, для военнослужащих, отправляют носки. Вот, так что вся шерсть, друзья, с наших животных пойдет, женщины спредут и свяжут носки нашим ребятам на СВО, чтобы тепленько было. Ребята с СВО приехали, их сегодня много. Здравствуйте. Заходили домой? Друзья, вы хотите увидеть танец журавля? Один венценосный журавль перед другим за сердце самки борются. И так, тут важны очень прыжки в высоту. Вот чем выше, чем больше размах крыльев, чем выше. Ну и чего ты ко мне? Нет, меня чевывать не надо. Ну, давай. Иди, соперник там. Вот так. Очень высоко, очень у тебя все получается. Да, красиво. Да. Венценосный журавль. Редкая птица. Вот так. Ну, красиво у тебя получается, да? Да. Красивый ты. Вот так раздул перья. Очаровывай. Там мне нравится, что журавль второй не трогает цыплят. Красивый. Давай, танцуй.